Старший лейтенант полиции городского отделения внутренних дел Руфина Хасанова поборется за право выступить в финале всероссийского конкурса «Народный участковый». Онлайн-голосование стартует 7 октября на официальном сайте окружного управления. Руфина Хасанова в полиции служит с 2014 года. На службе зарекомендовала себя как грамотный и ответственный сотрудник. Первый этап профессионального конкурса прошел в сентябре. Участковый Хасанова вошла в число финалистов. Второй этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября. В этот период гражданам предстоит в в режиме онлайн-голосования выбрать лучшего участкового Ямала среди 11 конкурсантов из городских и районных отделов полиции. Победитель представит округ во всероссийском конкурсе.